Всем привет! В этом видео я хочу вам показать очень интересную эту модель. Это ГАЗ-12 ZIM. И данная модель, она была полностью изготовлена вручную с нуля. Иди мой отец. И данная модель отрезала так сокосов, так нищие, так и недвижимые, да, с первой Волги. Колеса, фары, это журналист серии «Автолегенд СССР» под номером 3. Это колесные диски, раскрашены. Данная модель, она имеет отдельные передние фары, они занесли фар, отдельная решетка радиатора, отдельно пампер, отдельные дворники, один зеркало. Колесные диски, покрышки 21-й Волги, ручки двери. Это модель задней фонари, модель пампер. Это сейчас вам ГАЗ-21, сейчас вам покажу. Это был, конечно же... Провал. Это модель... Провал. Это был, конечно же... Микроавтобус «Старт». Микроавтобус «Старт». И журнале серии «Автолегенд СССР». Данная модель идет под номером 65. Такая очень интересная прототип автомобиля. В белом цвете, что... Интересная... Видите? Фары горят. Закончились. Также ГАЗ-21 Р Волга 3 серии. Такая машина. Журнал серии Автолегенд СССР под номером 73. Очень интересный прототип этого автомобиля. Кузов в черном цвете, что 21-й Волги. Это модели отдельный гитар, что... закончились. Также... довольно простой и нищий. Как точная модель. Микроавтобус «Старт». ГАЗ-21Р «Волга Милиция». ЗИМ-12 или ГАЗ-12. Следующее видео.